Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарские дзюдоисты – призеры всероссийских соревнований. Баскетболистки Политеха – первые в Суперлиге. Хоккейная «Комета» поделила очки с «Горняком». Самарская «Комета» на родном льду миром раскатилась с лидером дивизиона «Восток» молодежной хоккейной лиги «Горняком» из Учалова. Первую игру «Комета» выиграла 4-1. Дублем отметился Сергей Скворцов. Во втором матче зрители увидели 10 заброшенных шайб. 6 на счету «Горняка», 4 у «Кометы». Домашняя серия игр у самарского клуба продолжится в среду и четверг в Ледовом дворце «Кристалл». Соперник – Орский «Металлург». Перед этим туром «Комета» летит на 7-м месте на востоке МХЛ. Политех обыграл ставропольчанку и теперь занимает первое место в женской баскетбольной суперлиге. В серии матчей на выезде им удалось дважды выйти победительницами со счетом 83-76 и 80-78. Политех после 8 игр набрал 15 очков. В Ижевске на мемориале Калашникова самарские дзюдоисты завоевали 6 медалей. Серебро у Глеба Шумилова среди тяжей, в среднем весе второе место у Марьям Есеркеевой и Надежды Плишкиной. Бронзовые награды достались Ильнаре Алиевой, Фариде Гуматовой и Дарье Типчук. Самарская сборная поборола более 500 спортсменов из 20 регионов России, а также из Казахстана, Армении и Германии. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.